Добрый день, друзья. Вот сзади меня находится бассейн «Юность» войсковой части 89553. Для всех живших и родившихся в Татищево 5 или, как теперь называется, в Светлом, это знаковое место, независимо, гражданские это люди были или из семей военнослужащих. Все пользовались этим бассейном. Потом постепенно бассейном стали пользоваться только члены семей военнослужащих. И уже сейчас там только кучка избранных руководителей восстанавливает свое здоровье. Так бы вроде бы... Зачем, скажите вы, поднимать этот вопрос? Да очень просто. За коммуналку-то Министерство обороны не платит. Все это идет в долги ЖКХ. ЖКХ потом повышает тарифы. Тарифы ложатся тяжелым бременем на жителей городка. Вот она, веревочка, связанная одной цепью. И если бы там была возможность в бассейне заниматься детям, то тогда бы это по-иному воспринималось бы. Ну а сейчас, к сожалению, также обращусь в военную прокуратуру и будем развивать этот вопрос, потому что по информации все подобные бассейны давно уже переданы в муниципалитеты. Только у нас используются они, к сожалению, в интересах определенных военнослужащих. Спасибо за внимание.